Здравствуйте, на государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Паводок на реке Карск. Баку Саакян и Артакдавтян провели встречу в Степанакерте. Глава армянской апостольской церкви в Грузии покидает свой пост. Джек Хаджинян стал мэром Монтебелло. Россия выступает против превращения Сирии в арену противостояния между странами. В Нидерландах пройдут мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида против армян. В Гленделе состоится презентация книги Мэтью Каранина «Армянская Нагорье». В Карсе, Западной Армении, паводок на реке Карс стремительно приближается к опасной отметке. Каждый год в апреле и мае таяние льда и селевых потоков было нормальным явлением для реки, однако осадки этого года вызвали резкое повышение русла реки. Согласно прогнозам, ситуация может ухудшиться, что может сильно навредить окружающим территориям и ландшафтам. Президент Республики Арцах Баку Саакян 5 апреля принял начальника Генштаба Вооруженных сил Республики Армения Артака Давтяна, сообщает пресс-служба президента Арцаха. В ходе встречи, в которой принял участие министр обороны Республики Арцах Карен Абрамян, были обсуждены ряды вопросов, касающихся армянского строительства и сотрудничества двух армянских республик в данной сфере. Предстоятель епархии Армянской апостольской церкви в Грузии епископ Вазген Мирзаханян по собственному желанию покидает занимаемый пост. Об этом он заявил во время представления новоназначенного портапета архимандрита Самцхе Джавахети в Цалке, сообщает gnews.g. «Хочу официально заявить, что намерен вернуться в Армению и продолжу духовное служение в Эчмиадзине. Хотелось бы поблагодарить и сказать, что это мой последний официальный визит в Самцхе Джавахети. И в ближайшее время у епархии Армянской апостольской церкви в Грузии будет новый представитель», заявил глава епархии в Грузии епископ Вазген Мирзаханян. Представитель епархии считает назначение викарием Самцхе Джавахети одним из важнейших эпизодов на свою 17-летнюю деятельность. Свою духовную службу в епархии Армянской апостольской церкви в Грузии он считает плодотворной. 27 марта городской совет Монтебелло избрал Джека Хаджиняна мэром. Господин Хаджинян был активным деятелем в городе, участвуя и в экономической, и в политической жизни Монтебелло, также активно реализуя вопросы армянской диаспоры. Был казначеем Совета Армянской Церкви Монтебелло, также советом города побратимов Монтебелло Степанакерт. Он представитель третьего поколения Монтебелло. Его дедушка Сенекерим эмигрировал в Соединенные Штаты в 1949 году. Семья Сенекерима, пережившая геноцид против армян и участвующая в битве при Сардарапате, переехала в Монтебелло в 1957 году. Россия против превращения Сирии в арену противостояния между странами региона, о чем сообщил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью египетскому изданию «Аль-Ахрам». Отвечая на вопрос про позицию Москвы относительно ударов Израиля по территории Сирии, глава российского внешнеполитического ведомства отметил: «Выступаем против превращения территории этой страны в арену вооруженного противостояния между различными региональными игроками». По его словам, российская сторона в контактах со всеми заинтересованными сторонами указывает на предотвращение опасной эскалации ситуации и всплесков напряженности в Сирийской Арабской Республике. Как отметил министр, такие всплески несут негативные последствия для стран Ближнего Востока в целом. По инициативе Федерации армянских организаций Нидерландов почтут память жертв геноцида против армян в Нидерландах. Как сообщает Хайрен Айсор, организаторы 23 апреля в 12 часов на площади Плейн в Гааге проведут митинг для признания геноцида против армян, во время которой петиция будет передана правительству Нидерландов. 24 апреля в 12 дня у памятника жертвам геноцида против армян в Осене состоится памятная церемония и возложение венков. Памятное мероприятие будет продолжено в зале рядом с мемориалом. В калифорнийском городе Глендейл 9 апреля состоится презентация книги Мэтью Караняна «Армянское Нагорье». Книга объемом в 312 страниц проиллюстрирована фотографиями и служит своеобразным путеводителем по исторической родине армян, включая Западную Армению. Книга содержит более 200 старых и новых фотографий, исторических карт и историй. Книга также будет представлена 11 апреля в Государственном университете Калифорнии во Фресно. Мэтью Каранян является представителем второго поколения проживающих в США армян. В городе Пасадена штата Калифорния он преподает юриспруденцию. Несколько лет он преподавал в Американском университете в Армении. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Камсар». Thank you.
Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.